днем к фонтану Треви. Немножко народу, немножко. Вот тут вот этот кафе, в котором мы с вами сидели, мороженое ели. А сейчас мы с вами при дневном свете будем любоваться фонтаном Треви. Мама... Да, я показала уже, где мы были днем. Мама говорит, что вечером было не то. Надо увидеть его. Что она видела его и дневной, и ночной. Говорит, дневной лучше. Вот сейчас посмотрим. Пробираемся через тропу людей. Народу, ну вы видите, да? Пробираемся. Девушки как легко одеты. Я разделась, а наши не хотят, потому что таскать в руках все эти куртки. Вода шумит, слышите? Ну, народу это вообще, конечно, это нереально просто. Муж опять за мороженым. Он хочет мороженого опять. Слышите шум воды? Сейчас подойдем. Я тоже как экскурсовод с палкой. Да? Сегодня здесь чуть-чуть побольше людей, раз в 100. Ну теперь постарайся заметить. Главное, чтобы мне на эту палку не прицепилось бы много экскурсий. Знаешь, подумают, что я экскурсовод. Ой, какой он белый сегодня, красивый. Гуляли мы, гуляли, в общем, мы решили присесть вот в таком вот ресторанчике. А там можно, конечно, и внутри посидеть, но мне кажется, наверное, надо снаружи. Давайте посмотрим, что внутри. Итальянский ресторанчик, недалеко Пантеон и не очень далеко здесь фонтан Треви. Пойдем. Хорошо, пойдем. Десерты там, да? Вот такой вот ресторанчик. А мы с вами давайте-ка на улице, конечно, посидим. Это более атмосферно.
Ну что, девочки, мальчики? Так, ну давайте посмотрим, что здесь равиоло де Доро. Значит, здесь это, наверное, закуски. Что-то 4,50, 12,5. А что здесь, я не знаю. Паста, равиоли 15, 9, 10, 12. Ну, мы не дома с вами, да, чтобы здесь такие обзоры делать. В общем, мне уже заказали капучино. Обычный итальянский ресторан. 10-20. В общем, сейчас что-нибудь закажем. Кристина уже ищет, где... Равиоли 19, она уже ищет, где десерт. А тут равиоли. Десерт. Да. Вроде бы был еще. В общем, мы здесь заказали себе, естественно, пасту. Нам водичку принесли, капучино, мама воду хочет. Вот. Ну что, муж? Жарко. Мужу жарко. Мне не жарко, просто. Не раздеться никак. А раздевайся, раздевайся. Ну что, девчата, будем отведаем итальянской кухни. Кристин, римской кухни отведаем. Я жду лазанью. Мама ждет лазанью. Ты что заказал? Аматрициана. А я заказала то же самое, что муж чего-то... Ну ты всегда повторяешь. Ой, все. Матрициана. Кофе у нас капучино. Хотела сказать Чиполлино. Чиполлино, да. А Кристина знает. В общем, в каком-то переулке буквально здесь, вот я не знаю, итальянский ресторанчик. От вот этих штук очень тепло, жарко нам уже опять. А вообще мы идем к фонтану. Да, фонтан четырех. Мы не дошли. Шли, не дошли. Мы зашли. Во-первых, сувенирная лавочка нас отвлекла. Мы там понабрали всякого. Кристина купила себе сумку на танцы ездить. Вот так вот. И на пляж можно. И на пляж, и в школу, когда, знаете, там вот там ничего особо брать не надо. В общем, здесь очень красиво, атмосферно, и мы будем здесь трапезничать. Уникальный этот самый. Я вам и себя кухон, показать, кухон и всех уникальный. Показать. Иначе никак. Никак ты всех не показать. Муж так, я в этом, в кинорежиме. В общем, на фоне чего-то здесь. Сам себе режиссер. Сидим, обсуждаем, понравилось нам, не понравилось. Что? Чтобы всех фонтан, было видно. Фонтан красивый в дневном. Фонтан, да, Треви, да. Замечательный. Пантеон, это вообще, конечно. Там похоронен Рафаэль. Могила, представляете, стоять около могилы Рафаэля. Это вообще нереально. Это нереально. И там это интересно, эта история, ты рассказала. Конечно, сейчас ты расскажешь. Сейчас мама расскажет. Нет, вам историю. Прошу. Про Рафаэля? Не знаю, какую историю ты или хотела? Про Рафаэлло. Я могу про Рафаэлло вначале. А какая, да? Там внутри орех. Дальше. Идем к Рафаэлю. Рафаэль был захоронен там. Сколько он прожил? Он прожил 37 лет. 37 лет. Так же, как Пушкин. Рафаэль 37 лет. Молодой. Потом пришел один папа. Ну, папа. В 19 веке. В 19-м. Да. Так там, ты можешь Григорий, быть вот. Давайте я расскажу. Папу в 19 веке. Давайте расскажу. Они захотели у тебя открыть уже... гробницу, чтобы давайте посмотреть, подожди, действительно подожди. Ли там Рафаэль. Подожди, может, не там так. Никого не подожди, может, надо никого... рассказывать на камеру. Мы сейчас расскажем от печи. Вот. Надо это будешь там рассказывать. А может быть, я там уже рассказывала? Я не помню. Еще расскажи. Еще раз. А что мне, когда я жду? Надо же минуты набирать. Эфирного времени. На фоне пиц. На фоне пиц, как бы получается. Ну, в общем, короче, Рафаэль прожил 37 лет. И когда он еще при жизни завещал себя похоронить в пантеоне. И когда он умер, его там захоронили. И лежал он там и покоился. А потом один из пап, когда пришел к власти, решил проверить, так ли это, Рафаэль ли там. И это может, все, может быть, там пустая могила. До этого эту самомраморную плиту вскрыли. И оказалось, что там действительно Рафаэль. И тогда этот папа положил новую мраморную плиту, его в какой-то саркофаг определенный там положили, какой-то ценный. Мама говорит, ДНК сделали. Мама не знает, что это Рафаэль. И в общем, да, и написали там вот эту вот фразу на латыни. Я вам, по-моему, говорила ее, да, вот в пантеоне. Ну, в общем, такая история. А сейчас мы ждем, это я пока заказ ждала. Как мама говорит, надо эфирное время набирать. До новых встреч в эфире. Ну, что-то ветер. А мы идем сейчас, что-то стало холодать. Ноготочек. А вообще мы идем к фонтану четырех дорог, да?
фонтан четырех стихий. Фонтан четырех рек. Я вот только помню, что там был тигр, по-моему, китайская. Да. А четвертый не помню. Так что мы туда идем, но мы здесь вот задержались. Или как-то... Может, Нил еще? Нил, Нил, Тибр. По-моему. Так какие реки? Хуанхэ, Тибр, Ганг и какой же? Нил. Нил. Но я вот могу ошибаться. Как всегда, да. Вообще, собственно. Я не могу расписаться под каждым словом. Но какие-то реки были, когда... Я же здесь 10 лет назад была. Делала тур по Италии. И вот я проходила все эти места. И там перечисляли реки. И они были необычные. Я даже не знаю, к какому признаку они были. Как-то одна азиатская. Yeah, thank you. Uh-huh. Это крысине принесли свежевыжатый апельсиновый сок, полный льда. Надо переливать сюда. Да. Холодно. Ну так вот, а коктейли подают именно так. Ты же хочешь коктейли. Они всегда со льдом. Ну вот я говорю, когда она всегда хочет коктейли, коктейли вообще. Вот даже соки подают со льдом. Как у нас. Нет, он сказал fresh, the fresh juice. Там, так там fresh, он... Свеженалитый, свеженалитый прямо с пачки. А что улыбаться? Вот тебе несу, смотри. Сейчас тебе, сейчас тебе дадут, не знаю. Спагетти аль помодоро. Грация. Ага, грация. Ой, в сковородочках нам, чтобы не марать, так сказать, тарелки. У Кристины спагетти с помидорами и базиликом, у мамы лазанья. Я никогда не ел из сковородки. Вот ты всегда ругаешь, не ешь из сковородки. А теперь можно поесть. Из сковородки. Официально никто не будет ругаться. Как это называется? Аматрицан. Так хорошо. А как он нес? Так, вот, хорошо, красиво названо, а вот вид такой, ну не знаю. Ну попробуем. А это кто принес? Сам шеф-повар, наверное, принес. Естественно, итальянец. Я только капучино не пьет совсем. И нам принесли десерт. Смотрите, какой он красивый. Это сицилианская вафля с чем-то там. А у мужа мороженое, что-то бьянко, да? Какое-то там что-то внутри очень интересное. Тартюф. Белый. Тартюф у него, тартюф. Просто это пьянка. 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 Мороженое пьянка. Мороженое пьянка. Это от мамы. Белая вечный. Горячка, пьянка, пьянка. Он такой, смотрите, поэтому и выбирает. На какой деревянный? Нет, деревянный, а такой, как чугунная. А такая. Для чего лимон? Это апельсин для украшения, подачи. Не для этого украшения. А что? Может быть, там как-то слишком сладко, ты это пососи. Ну, может быть, да. Что ты считаешь, что это украшение? Это чаевые. А нам чек дали 69,50. И чаевые, сказали, сюда не входят. Мне кажется, 5 евро чаевые нормально. Как вы считаете? Было очень вкусно, нам понравилось. И мы продолжаем гулять по уже вечернему Риму.
Продолжаем двигаться. Я могу гулять только в следующий бар. И там взять рюмочку какого-нибудь. Лимончелло. Лимончелло, наверное, вот да? Это я не знаю. Что лимончелло, это, по-моему, итальянский этот самоликер. Я бы выпила рюмочку коньячелло. Атмосфера ночного, вечернего Рима. Пять мороженых. Приходят знакомиться сюда, наверное, молодые. Смотрите, какие улочки. Опять мороженое. Мороженое, мороженое, мороженое. Баня.